down. One down. Please break it. But give it an effort. Thank you so much. That's it. Just tell me. Let's see what we want. Such a песня. Я не верю. Thank you.
ребята, можно чуть-чуть места? Последний раз. Нашего последнего EP называется «Лицемерие». Огромное спасибо!
Trevor. Shut that back into me. My back, buddy. Ребята, еще раз спасибо искренне. Всем, кто был в разрешении сегодня у времени вместе с нами. Я повторяю, я говорю это в Москве. Спасибо вам за вашу любовь, за вашу критику. Спасибо. Спасибо, что это с вами. Несмотря ни на что были вместе с нами. Или на наши концерты. Это для нас останется самым дорогим. Это ваши лица. Огромное количество этих лиц на всех наших концертах. Спасибо вам от чистого сердца, друзья. Без вас не было бы нашей группы. Посвящаю эту песню каждому из вас. Есть что вспомнить! Происходили аналогичные случаи.
И эта песня стала отчасти нашим гимном, посвященным тем людям, кто пал от жертв нацистов. Это Тимур, Истолом, я и все те, кого, может быть, мы не знаем. Ребята, мы с вами у вас помним. Спасибо. Ребята, тут стоять очень тяжело. Можно вас попросить чуть-чуть на сцене сделать побольше места. Спасибо за понимание. Это делается не для того, или не потому, что мы не хотим, чтобы вы здесь были. Делается просто, чтобы осталось хоть чуть-чуть сил. Спасибо. Следующая песня. Наша песня — это одна из самых первых наших песен, именно с нее мы начали концерт в Киеве. О, да? Да, правда. Песня называется «Heavy Metal». We'll be right back.
следующая песня. Это кавер на группу. Спасибо огромное этой группе. Она внесла невероятный вклад в развитие нашей СНГ хардкор сцены. Спасибо им огромное, этим ребятам, за то, что они были тогда, продолжают быть сегодня, и я уверен, будут завтра. Спасибо, студент. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашему рекорд-лейблу Old School Kids Records и нашему огромному другу Сергею Волошину. Серега, спасибо тебе за все эти годы, что ты был в стане, помогал нам с концертами, с пластинками, что был и остаешься нашим верным, отличным другом. Мы тебя любим, спасибо. Old School Kids. А теперь мы более звучим зовем оригинального вокалиста группы Sky Gray. Я вам опять последний день собрались. Кому веришь, ты поехали. Группа Рей внесла не только
удела, ну, не побоюсь этого громкого слова, нашего общего, как кровь движения, но и о том вкладе, который она сделала в сердца многих из нас. Очень жалко, что этой группы больше нет, но счастье, что после них остаются песни, после них остаются люди, которые так или иначе были воспитаны или которые получили заряд энергии из этих песен. И я считаю, что это главное, о чем может мечтать любая группа, которая выходит когда-либо на сцену, о том, чтобы стать частью чьей-то жизни, изменить мир хотя бы на один миллиметр, на один грамм, но к лучшему. И я считаю, это одна из тех вещей, которые сделала группа Рэй, и одна из тех вещей, которые, я уверен, сделает любой из вас, находящийся в этом зале. Ибо в этом смысл того, что мы все здесь делаем. Спасибо. Ты наше чудо. Но он не один, их много. Спасибо всей старой школе, старой гвардии за то, что вы по-прежнему с нами, мы очень ценим вас и любим. Спасибо даже Денису Градову, который сейчас смеется там над чем-то. Ребята, это было... Ой, вон и звук был. Это были 6 незабываемых лет. И я знаю, что здесь большей части тех людей, кто был хоть на одном нашем концерте, их просто здесь нет. И я не знаю, если кто-то сейчас снимает на камеру, я хочу им сказать большое спасибо, что вы были все это время вместе с нами. Спасибо вам огромное, искренне. Спасибо. Без вас бы не было этой чёртовой группы. Благодаря вам мы записали столько мало песен. Объездили кучу городов, просто огромную кучу. Побывали в Европе, все благодаря вам. Спасибо, ребята. Группа Рэй последний раз на сцене. Спасибо.
нужно выдержать небольшую паузу, потому что силы кончились. У нас приготовлен... У нас приготовлен небольшой перформанс с нашим другом, неким... Сашей. Песня называется «Отдай микрофон, мой друг». Кстати, Кен, буквально пару слов. Я знал, это в коле, но стой, 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 стой.
Ну, они описывают, как бы в перспективе она была должна была как-то так звучать. Спасибо. Следующая песня, с нашего первого альбома, называется «Знаешь, что без стремлений надежды мертвы». Thank you.
Каждый из них значит для нас. Эти песни для нас очень дороги. Они писались на протяжении всего этого времени. Писалась каждая строчка. Я не знал, что эти слова будут так важны. Так много значит для кого-то из вас. Это невероятное чувство, когда ты пишешь какие-то строчки и неведение. Ты их отрываешь от души, каждое слово. А в конце концов, эти песни, эти строчки слушает каждый его из вас и делает какие-то выводы, уроки. Он знает их наизусть. Это невероятное счастье. Спасибо вам, друзья. Это касается не только текстов, это касается нашей музыки. Когда мы начинали, мы не думали, что у нас будет когда-то запись. У нас будут поездки в другие города. У нас будут пластинки. Это просто пиздец, ребята. Когда я взял в руки первую собственную пластинку, я чуть не потерял сознание. Это невероятное чувство. Ребята, и естественно, мы не могли даже представить, что мы выберемся за пределы нашего города, а тем более за пределы нашей страны, проедемся по огромному количеству городов, где нас также любят и встречают. Мы просто в шоке были, когда мы поехали по Европе. Это было вообще нечто, когда мы играли на Флафе. Ребята, спасибо вам всем за все эти моменты. Мы все это помним. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Может, вы не каждое личное лицо, но совокупности мы всегда будем помнить вас. Спасибо вам, за что вы... тряпка. А? Для меня вы все равно самая тряпка. Да, была группа Дорэйр, там играл студент на гитаре. И с этим же концертом мы приехали в Киев на первый концерт. И у нас не было названия, и кто-то из наших товарищей придумал отличное название. Самая тряпка. В общем, это чушь, что, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Группа называлась Рей. Я надеюсь, что она будет этим лучом для нас всех. До того времени. Потом она будет. Я не хочу потерять тебя!
Наступил этот момент. Последние секунды завершают все существование нашей группы. Следующие песни мы ставим конец на истории, на концертной истории нашей группы. Подождите, я сейчас скажу. Следующая песня – это наш гимн. На протяжении всего нашего существования мы играем эту песню. Эта песня называется «Все как один». Ребята, я говорю, это последний раз. Уважайте друг друга, любите друг друга, держите друг за другом. Время жесткое сейчас, цените, любите друг друга. Не кидайте, выручайте. Еще раз хотелось поблагодарить всех наших друзей, которые приехали, ставили из нашего города. Москвы. И их очень много приятного. Это Маша Плачев. Ученый, Эдемар, Питов, Серега Ловешин, студент, Ванна, вот этот мелкий. Всем-всем, я уже просто не соображаю ничего, я мало могу забыть. Спасибо Артему Джею, спасибо Белке, Игорю Маленькому спасибо, Челинку, всем-всем-всем, Драйлову, Сереге, студенту. Спасибо, ребята, спасибо Питерсу, Джоре. Всем тем, кто приехал из Питера. Спасибо, Питер. Блин, как много друзей. Спасибо всем тем людям, с которыми мы сыграли все это. Все это время. Спасибо Жене Костеру. Спасибо всем тем, кто был с нами все это время. Все, последний раз, ребята, обращаемся с вами. Все как один, поехали.